Фирменный медовик и Наполеон. Трюфельные и бисквитные тортики с кремом. Мягкое мороженое с различными топпингами. Знакомые с детства вкусы или новые необычные сочетания. В Сдобушке каждый найдет, чем себя побаловать. Среди наиболее востребованных тортиков, которые здесь продаются, Наполеон и снежный трюфель. Это шоколадно-медовые коржи с кремом из взбитых сливок с шоколадом. Причем снежные трюфели разлетаются, как горячие пирожки. Но директор Сдобушки Татьяна советует обратить внимание на чудо-медовик. Это очень вкусные карамельные коржи, нежный сливочный крем и грецкие орехи с черносливом. Замечательное сочетание. Очень вкусный десерт. Хотелось бы сказать про брауни. Тремя словами, наверное. Влажный, сочный, мега-шоколадный десерт. В Сдобушке используют только свежие и качественные натуральные продукты. Готовые кондитерские смеси, маргарин, яичный порошок или сухое молоко пекари обходят стороной. Каждое блюдо готовят как самим себе. Поэтому, покупая десерты Сдобушки, вы можете быть уверены в качестве продукции. Заказать угощение на свое торжество можно даже за один день. Доставят его бесплатно. Можно торт заказать по случаю, с оформлением, без оформления, на любой вес, на любую цену. То есть каждый заказ обговаривается индивидуально. Ну, конечно, чаще всего заказывают детские торты. Детские торты в виде цифры с любимыми героями детей. Побаловать себя вкуснейшими десертами можно не только в день рождения. Сладости от Сдобушки любой, даже ненастный день, превратят в праздник и подарят хорошее настроение. Познакомиться с ассортиментом кондитерской можно в группе ВКонтакте. Пекарня находится в Элеганте на улице Чапаева. Телефон +7 950 608 46 98.